Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, что делать в такой ситуации? Взрослая дочь, моя сестра, 26 лет. Конфликтует с матерью, которая все для нее делает. В детстве она всегда проводила с время. Они пекли вместе, смотрели мультфильмы. Потом начался подростковый период и родился брат. Ей было 16. Вот тут начались конфликты. И один раз мама сказала ей, чтобы она уходила, потому что сестра всегда жаловалась на то, что у нас не хватает денег. Но это, но это, было сказано в порыве гнева. Потом она начала учиться, и опять же, мама с ней везде ездила, искала ей институт, ходила, проходила комиссия. Теперь она взрослая, грубит постоянно, ее мама прямо раздражает. Но тем того, что мама ей когда-то сказала, они уже говорили, мама попросила прощения, но ничего не меняется. Она наводит до слез, ничего о себе не рассказывает, это бабу, которая ничего никогда не делает, которая почти никогда не интересуется ее жизнью, она обожает. Как так? Что можно сделать? Почему иногда так происходит, что тот, кто ничего не делает, тот и хороший. Всем спасибо. В первую очередь хочется сказать, что здесь чувствуется ваша обида. А вот. И именно ваша. Обида. Обида. На отца. Вот. Чувствуется ваша обида на сестру, а чувствуется ваша, ну, ваше сочувствие, жалость, может быть, может быть, даже, к маме. И я бы сказал, что ваша мама делает большую ошибку она заключается в том, что мама пытается угодить. мама э, растворяет э, свои личные границы в отношениях с дочерью. Вот. к сожалению и именно поэтому ваша мама плохая. Именно по этой причине ваша мама плохая. А не потому, что мама плохая в принципе. Отец... как раз таки хороший. По той простой причине, что он ничего не делает. То есть он любит себя, по крайней мере, Ну, по крайней мере, так демонстрируется, что он любит э, э, себя. Вот. И именно поэтому дочь его... Относится к нему лучше. Маму, понимаете, не надо завоевывать. Мама всегда рядом. Она все для тебя сделает. Это и есть обесценивание. Как-то не печально, но ваша мама не ценит. Она не ценит то, что делает. понимаете она не ценит то что делает для ну для дочери и это как как мне кажется как мне кажется, именно это влияет на то, как она, то есть дочь, воспринимает маму, ну, вашу, вашу маму. Вот и все. И больше нет никаких объяснений. Отсутствие личных, лишний границ. Э, самооценка. сама э, самооценка. Вашей мамы и вуаля, вырастает ребенок, который не ценит родителя, который запрещает немного, немного, немало, немного, мало запрещает родителю делать то, что нужно ему. Понимаете? Какая, какая история? Вот такая вот Неприятная, я бы сказал, ситуа э, ситу, ситуация. Что можно сделать В, э, вашей маме? Можно. научиться относиться к себе а более, ну, более ценностно. Понимаете? Ценить себя, любить себя, уважать себя. И тогда ситуация может измениться. Перестать чувствовать вину перед дочерью. Вот. Оставлять ее саму решать, свои проблемы. Тогда и только тогда ситуация может измениться. В лучшую сторону. Но может, может и не измениться. Сейчас этого предсказать никто не может. Пока, пока, пока ваша мама сама не захочет что-то изменить. Вот. Такая история. Нравится? Ну, нам это или нет? Устраивает нас это или нет? Но история, тем не менее, именно такая. Вот. Пожалуй. То, что я могу вам сейчас, по крайней мере, сказать, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Вам самой нужно также проработать отношения с вашими, с вашими родителями, на мой взгляд, вам самой нужно прорабатывать обиду на отца да? и ощущение несправедливости, с которым вы как мне кажется, сейчас сталкиваетесь и сталкиваетесь достаточно серьезно. Если вы понимаете, о чем идет речь. Вот такой ответ я могу, я могу вам дать. А, плохая идея на мой взгляд а думать что вы можете изменить свою цифру крайне крайне плохая идея так думать. Um, крайне плохая идея пытаться как-то, ну, перевоспитать, что ли, свою сестру. Вот. Это будет всегда. Обращено направо, потому что сестра будет воспринимать это в штыки, в штыки. она будет воспринимать это именно в штыки. К сожалению, так. Повторюсь, нравится нам это или нет? хотим мы этого или нет. Так это будет. Вот такой ответ я могу вам с точки зрения психологии сейчас предложить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам э, всего самого доброго и уда удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Всего вам самого хорошего.